Я ж тебе сказал, отдашь воронкой. Так я тебе воронку сейчас Матфок, отдам. спрыгай в речку. Матфок, спрыгай в Момент. Ну, речку. что, пока она в цене, ты что продашь ее? Ну, давай. А ты где? Да, в Ну, короче, Ангаротопе. С входа трэш бьем или скипаем? Скипаем, конечно. Да нет, да нет, давай бьем, типа. Завалите ебало на секунду. Войд, ты тут? К сожалению. На входе трэш бьем или скипаем? Мы сразу на стрельца идем. Зачем? Мы не бьем трэш, мы блядь, по воде ну хотите идем. Бейте, ну хотите, блядь, бейте, вам... бейте. Хотите Я во вторник спрашиваю. доносить, но я хочу побыстрее, блядь. Вот 2 часа, убьем 5 боссов. Мне не надо трэш. Трэш вон ну, от куда бока мы... у вас на воронка фарме. Вот там у вас трэш. Мы на скалитне или куда сейчас? Рыба, на слепец, слепца. Как обычно. Угу. Все. Да. 5 боссов, вот задача. Вот 2 часа, вот 5 боссов. Так, вопрос такой. Где сижу? Уже сказал, я не пойду. Куда? Так это бы другое было. В ГМХ он не пошел. В ТТГ тоже не пошел, хуй с ним. Ну, решил воздержаться. Сейчас ЗС идет. Где он? Ну он боди бери, блядь. Он уже в рейде. Куда его еще брать? Еще рейд создать? Фул рейд. Я не это спрашиваю. Я спрашиваю, где Седжо, блядь? Чилит, блядь. Почему? Ну вот напиши ему, почему. У него потом... Мне сейчас бросать все и писать ему, да? Или мне делать нехуй? Слава, у тебя не фул рейд. Че ты начинаешь? А чё, чё боди шреддер 30 тысяч, что ли, дает или чё? Или Святос? Ну, Святос больше 20 тысяч дает. Короче, ладно, нахуй, ясно. Никитоса даже в игре нет. Ну, тем более. Сказал, сейчас захожу. А, ну вот, видишь. Придешь. Дошли на рыбу пока. Локи там есть, надеюсь? Лучше бы сумонили так. Ну, я вот к рыбе бегу. В инсте. Я уже своим ходом добрался, пока вы засунули. Ну, Ляночка там тоже где-то на трубе уже стоит. Сейчас мы в Ляночка подойдем. С кафе, блин. Ой, я думаю, что за тип мне админ предлагает? А это Костя. Подошел, доебался, да, типа, откинул. Это розовый мут, типок ему подходит. Махинации свои. А, что-то какой-то смуглый танк, нахуй, тощий. ХП нету, нахуй. Зато тарелкой. Тарелкой бьет больно. Да у тебя, блядь, и щит маленький. Смотри, у меня какой большой. Сука, и детской приправы нету, а? Блядь! Чтоб не выебывался. Мелкий вообще пиздец прям. У кого там детская приправа есть, дайте, а? Тут Леха дохуя выебывает. Ляночка, иди к нам сюда, где ты там? Я просто большой и мощный, видишь? Почему ты так быстро бегаешь? Потому что я паладин. И что? Большой, а ко мне нет. Пиздец. А я это паладин и язык. Да. Хорошо было. У нас талантов качано вообще-то на скорость передвижения заломано. На будущее там Амидамару и все да, не, сумму, да. Пожалуйста. Есть такая хуйня, шатрат называется. Оттуда летим в Зангартопе. В озере, там есть, ныряешь в озеро, и там плывешь не, нахуй. Пиздоболить долго будете или сумонить, может, начнет. Он, Ляночка, там шкаф тыкает, не знаю, там, может, людей не хватает, чтобы тыкнуть. Ну и батя Лёха, конечно, корова, блядь, устрашающая. Мощная, да? Ну такая вообще, блин. Увидел и сразу что насрал в лице. Где корова? Розовая нига. Розовая, осуждаю. Интересно, как ты уже всех еще не съели? Они будут жить. На Вилане нет, нужно пустить. А, понял. Опа, нифига, я меня прям с воды забрали. Притон, подходи. Опа. Че там делаете, блядь? Конкурс красоты устроили или что не могу понять? Мы, блядь, бежим, нас же не хотят сумонить, блядь. Мы вот бегим. Ну, я сумоню, я не могу только 1000 людей в секунду сумонить. Ты ж там вроде не один, блядь. А давайте если гильдии спекнемся в тур, да. Нахуя людей. Притон. Притона нету, короче.
Кипать права. Ну, я сижу с умнем. И чё, этот... Кстати, Джирса, пожалуй. Побить, что ли? Побей, ну. Блять, Дживс утонул, нахуй. Это реально? Он на краю стоял. Здесь воронки уронили, ёбаный свет. Ну и хорошо же. Ну такое, блять. Бичи продать бы хотелось. А ты не продал? Да нет, блять. Блять, я там нашел человека. Позицию? Венд? Я там нашел человека, который по 30 каску. Там цифры уже вышел. Уже по 25 скупают. Уже по 25, да? Да. Вендору можно продать случайно? Ну я вот знал, что по 30-ке это последнее, и все, больше не будет, блядь. Че, за сумон пришел? Я вроде сумонил. Да. Да, все здесь, все здесь. Я лука появлял. Не, он еще не появился. О. Дайте пол. Кто там? Лингрен. Нюлька на 8. Что-то я так в чате... на трэш? Что-то не прочитал. Лингрен на трэш. 5 паладинов, можно кулак по друидам? Ну, Лингрен это Лёха. Да-да-да, я на трэш. Ты знаешь такое понятие, как манна? Манна небесная. Или ман... Опа, блядь. Врей, ну-ка дай-ка столик, нахуй. Где ты там, блядь, прохлаждаешься, блядь? Дай-ка столик. Все в рейд взяли только из-за столика. Врей, нахуй. Одну минуту. Чё ты делаешь? Куда ты идёшь, нахуй, да? Сюда иди. Ты понимаешь, что время идет, блядь? У нас 2 часа на 5 боссов. Ты бегаешь там, нахуй, в воде, блядь. Рыбу, ставьте масло, жратву. Маски. Вон она стоит. Масло, яско. Масло, всю хуйню. Этот самый... Я буду на сапроте ебашить. На сапроте, на фулбоде. На сапроте ебашить. Ну, под сапротом хуй знает, как правильно, нахуй. Я же вообще, блядь, нахуй. Да нет, в плане то, что сапрот не бафает, я никак. Я грузин, нахуй. А сапрот нормально шторит? Шторит вообще вштаривает, ебать. Блять, я почему-то только 20 стаков взял, что за хуйня? Ну-ка дай, блять. Это, блять, баг, что ли? Горн, пристабав. А, сотка, блядь, слепой, нахуй. Пристабав, давай-ка. Да, пристабав. А где Джандис, ты тут? Он сказал, на сову пригонял сейчас. Типа, это рыба. Это ну... что, блять, рыба? Дай ему твокс. Это, блять, со соцами. Дай ему твокс, хила. У нас 10% АП нету, Седжу. Пиздец, я в ахуе. Я тоже в ахуе. Как блядь, рейдить сейчас? А кто их дает, блядь? Бладыка. ММ-ханты и Бладыка. Шкаф. Еще рядышка, еще раз. И пиздец, энхи, да. С жопы, нахуй. Что это сапки? Просто насрали, блядь. Ни одного Бладыка? Шкафани, Ильяночка. Но энх наш... Тут проваливается. Ну давай встань вот сюда. Вот сюда встань. Где ты там? Это ты насрали. А, давай, тыкай, здесь не провалится, нормально. Если провалится, похуй, тогда так. Крилашу просите, у него вроде был какой-то там Влад там. Провалился, а где? Юля, спекнет Влада, пожалуй. Ясно, нахуй. Короче, рыбачьте, нахуй. Лети сам, Винст. Так ему, наоборот, надо с этой рыбой на шмотке. Да? Какие? Да, он, ну, что-то он там говорил, уже кольцо, он, видишь. Ну, кольцо ему надо. А он чем говорил, почему прыгнулся, нахуй, кольцо надо ему. Я думал, ты уже забил на него. Принес. Кайф, это... заебись, нахуй. Просто вместо того, чтобы бить, мы ждем шкаф, нахуй. А где он не проваливается? Пошли, шкаф. Вон он, шкаф. Идем, вон шкаф. Сука, быстро на тапках бежим, блять. Воду, это. Бег по воде, на тапках и норовистый тык сумон, нахуй. Быстро-быстро, сейчас исчезнет. Меня, нахуй, позвали. Сумоним, ебаный, вроде. Все нормально. Мордаун, блять. Мордаун, сука, не кипишу. Ты вроде сказал, блять, в ЗС, а не в детский сад. Не кипишу, и нахуй. О, я кипишу, я вообще не кипишу. Нет, Седжи не кипишу, блять. Я не кипишу. Вокруг шум. Пусть так, не кипишу. И все ништяк. Это клинж. Только не забывайте. Рависта, забафайте лапку. Это, забафайте, уже можете там ловить рыбу. Инту бафните. Ловите, ловите, чтобы этот пидор уже вышел. Надо уже хуярить. Ну этот пидор, в смысле, ну... Каски вы обновите. А где опять шоколадный лагерь? Мораль вылетела. Съемка, мы шоколадный глаз, блядь. Получается. Шоколадный глаз. А чё, мы это рыбачим? Да рыбачьте уже. Красные, которые ДД. Кто-то мочилу хочет, ловите рыбу, блядь. А, да. Рыбоя какого-то хуя, я понял. А чё, а чего дают? Этот притон, ну ты АФК был, надо было это, суммунить.
Мы сумонили там 25-го человека. Да тут, блядь, кто вылетит, то еще что. Тебе надо что-то с рыбы, блядь. Все, рыбачьте, ебать. Во, рыба вышла. О, карасю. Рыба вышла. Хуярим. Кто сдохнет этот водомет, тут, блядь, люлька нахуй. Блядь! О, я пойду. Не надо Юлю оскорблять. Не Юлька, а люлька, нахуй. Не детский сад, нахуй. Ясли, нахуй. Я пойду, доктор. Я подумал, люлька, которая на этот мотоцикле вот это. Это коляска. Коляска? Разъебано тупо. По фактам. Киньте, Заханович с кем-то катался и, блядь, просто отцепился и уехал. Ну, своим ходом, ебать, охуенно. По итогу, блядь, выходить-то может, получается. Воду прыгнули, флот убили. То флудит, то хульдринка перебьет, тот пидор. Меня можете перебить, нахуй, я вас замутаю. Хорошо. Я себе, блядь. Все, блядь, мут, нахуй. Отлично. Плыли. На пол в Линграна. Одеть трэш. Да, я понял. Давай, ну. Леха, масс сейф. А я зависла, да, зависла. У меня... Не буду говорить, висит. Развисла она. Импотенция кончилась. Такой молодой, я уже в своем случае. А чё, это... Всё, просто съебался, страшно, нормально? Похуй, пускай он съебался, пускай он идёт нахуй. На выход пошёл просто, и я хуею. Он просто понял, что он охуительный и съебался. Но он понял, что сейчас пизды дадут. Возвращается, смотрите. Ну вот этот чепушило норовисто смотрит. А он пошел смотреть. Жена как без ног научился двигаться. Не то, что Катрисия, нахуй. Четырьмя лапами. На стелсе смотрит. А, мимо, я понял, он забагался. Еврей, осторожно, не умри. А чё? А он, ему хуёво, он на Лингрена смотрит. Мимо, надо нырнуть его. Рыбу бьё. Но вдохни поглубже перед этим. Рыбу бьем, похуй на всю эту хуйню, короче. Вот эти, блядь, конкурсы по доставанию мобов, пиздец, конечно. Если бы их не было, блядь, что был бы это за босс? Как достать моба, да? Помнишь, как первый раз сюда пришли, блядь? Просто задергали эту лопату и все. Не спрашивай, нахуй. Тогда это тебе не сейчас. Вот это тебе не это. Угорь, ты что, ну типа, протестуешь, да, так? Что-то запершило у тебя в горле, блядь. Извините, я думал, у меня микрофон замученный, но пиздец, горький пришел. Воду прыгнули. Не, я просто думал, ты першением, типа, протестуешь, типа, против нашего пиздежа. Слишком духа пиздим, да? Че, жишку купил жестко? Я против. Ты не можешь быть против, ты должен быть за, нахуй, ты, блядь, активист. Ой, да, не против. Я просто актив. Ты пассив, блядь. Ты не пассив. Не. Ну, давай, Леха, массейф. Ёбаный, я уперся в крышу, нахуй. Ёбаный, вынырнуть не могу, сука. Посипай, так плохо. Главное, что не в крышку гробу, нахуй. Всему свое время, нахуй. Просто ссать бей их ног туда. Ну я уже там коляскнулся. Я в ахуе. Так, что там лут, да? Слава, как убить Билла хуйнётой рукой. Слышишь, это уголок для обиженных. Че убить Билла? Убить Билла я не смотрел ни разу. Пиздец. Охуеть. Это смотри, плохо. Блядь. Блядь, чего некоторые блядь вообще говорят, Властелина колец не смотрели. Вы че нахуй, люди откуда вообще взялись, блядь? На Кса я не смотрел. Ну так. Вот это понятно. Мисы. Заебал мутать, чертила. Да, блядь, кайф. Там страж идет. Да он, блядь, какой-то неповоротливый этот страж. Он пассивный, короче. Он в патруле. Ой, там вас бьет, что-то выйди это. И плавник что-то два раза по вам ударил. Там, когда танк откидывают в воду, если ну он да в воду улетел, если то он переключается подбежать на ближайшего ДД. Да, и дает плевок у него плавником. Все правильно. Так и плевок было плавником? Ок. Ну шлепок нахуй. Я поймал его. Он же стрелу должен, да. Не, он шлепок дает, а потом стрелу. Это... Да.
Ныряем. В воду прыгнули. Он стрелу дает, если на большой рейндж. А так как в мили рейнже есть второй по агру, то... Опа, никак. Сука. Сейчас добьем, что-то уже 8 лямов было. Я думаю, что из любого поляшка. Блять. Ёбаный Сирус, блять. Чё, опять подвисло, что ли? Я просто лагаю. Да он фризит постоянно. В прошлый раз, блять, у меня такого не было. Всё нормально. Это все воронки было так. По-моему, блять, вообще лагать стало вот. Это все хуесосы на админах, блять. Вот недели две назад, по-моему, стало только лагать. Бабки получать, да? Где-то неделю, полторы уже. А, блядь, так это БС открылось и стало из-за БС лагать. Сейчас травят. Да, этого... Ну вообще нахуй не должно никак влиять, блядь. Элонусы. Называется на регор. Кажется, там отверните, он вылез. Поймал. Не, на регор тоже не сильно лагался. Да, зайди на ТТГ, блядь, во время, когда бьют Нурика. Ну я там был, да. Как бы нет, вокруг не лагает. На самом деле лагает. Не кореш Нурик, нахуй. Мы чай садимся пить, он принцесса Нурик чай. В ресторане работали вместе. Нурик. Нурик. Ебать пролагал. Опачки. О, блядь, грудак бисы куда. На распыл. Распыл, говоришь? Я бы поезд по концу взял. Сука, ни там запы не падают, ни здесь запы не. Как заебало. Так, тапки, дух, крит. Обоссанные вообще санина полная. Ну точно распыл. Мы быстро нормальные тапки. Кому надо? Уже короче, короче, распыл. Если кому надо, то у Лингри. Это... Тоже шеф-повар? Да, не берите. Ну я не шеф-повар, я этот су-шеф. Бывший. О, коллега. Коллега, да. О, будь умно, что разбирались. Так. Крит, меткость и ролит, короче, Мэтт Фокс. И Врей, и кто еще? И Шелфир, алло. И Ляночка. Ну и что, и кому с вас давать эту хуйню? Рейнгруны берите, блядь. Можем паролу, но я бы взял... Это шел на минуту. Ну заебись типа будете или как, или что? Это... Ну я просто сниму одну шмотку с меткостью, надену пояс. Ну, короче... Ляночка, давай Шелфиру. Ляночка, надо тебе? Может Ляночке надо? Ты на языке демонов. Астхер-рука, Астхер-рука написал. Не, что-то. Если надо, давайте... Не надо, пишет. Эп. Вот Фокс тебе надо? А, ну ладно, давай Шелфиру. Ай, блях, какой это. С рыготней разбегитесь. Пасифея, Ляночка, Шелфир, с рыготней разбегитесь и диспельте себя. Там есть такая кнопка снятия болезни, излечения болезни. Мордан, давай то же самое, кнопка, бля. Если что, боль, читайте, бля, смотри, читайте. Заклинатель пытается снять с цели один эффект болезни. В момент произношения заклинания. Спойлер, у тебя есть нормальная и кнопка. И дополнительно один эффект болезни раз в 3 секунды в течение... Нету такой нормальной, где она, блин? Есть лечение болезни, что, синенькая. Синяя. Не зелененькая, а синенькая. Дурак. О, я понял, блядь, что надо. Играет это на основе. Это мейнзейт. Нахуй надо, это бесполезно. Кринж. После этого вопроса нет, почему взрываются болезни. Чума уходит в рейд, нахуй, я понял, нахуй. Хорошо, я... Чума уходит в рейд, потому что хуёво выносит. Да, 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 да. Чума. Сейчас домонить, блять, я на шипе открою руку. Это быстрее вот эту заливайте пачку, сейчас еще большой идет пидор. Опасность, да. А сколько урона в ГБ? Миллион, нахуй. Надо тебе? Ни одной. 100 тысяч воронок могу дать. Надо? Ладно, тысяч. Это череп близко, смотрим. Если что, надо будет на рейндж разбегаться. Я туда пойду, откуда он идет. Да пробегайте уже. Не-не-не, мы его бьем. Он потом нам вылезет с текстур. Бейте. И лови, Юля. Да, лучше говорю. Не отойду, а то вдруг там этот самый... Ёбаный... Сифозник, нахуй.
Ты что там, блядь, накурился, что ты кашляешь? Или что ты болеешь? Я болею еще. Я что болею? Ну попей, бля, этот, как он называется? Компот, хорошо. Блядь, да любую жидкую смесь. Компот. Да-да-да, я вот и знаю. Компот. Я там, блядь, камловеры появились какие-то. В смысле, они еще заник, да? А, ты мкаешь, когда вот хуёво, да, начинается с разговора. Да, да, да. Слава, имею в виду, у меня скоро отпуск, я тебя так заебу. Я тебя кикну нахуй, если ты мне заебешь, блядь. Я тебя не буду возвращать просто и всё. Если ты решил на это пойти, блядь. И мне похуй будет. Потому что, блядь, всему есть предел, блядь. Опа, хочу. Только не за ГП. Какой на ролл время бой, блядь. Где-то этот рейдролл или как это называется. Что-то, блять, вас пробивает, как бомжей каких-то взломаны, еще рейвы, что там делаете. Если подъебало, конечно, я бью в отражение. Не в отражение. А так нахуй в отражение бьете, блять. Как это? Бомжи, что ли? Проверка на хилов. Понял, нахуй. Прошли проверку? Проверку. Ты сейчас это самое, бля, договоришься, будешь я сам хилить. А я в ШП прыгну. Проверка на хилов. Ты посмотри, как ты меня отхилишь. Белый моча. Вот так. Я не будем мочами. Вот это вообще жестко. Сука. Как ты это задумался сделать, блядь? Мочами, блядь. Я ему посоветую. Мочами. Он так извиняется сразу. Что это за хуйня? С шалфиром можно такую хуйню взять, что пиздец, ёбнешься. Ты про Волонир сделай нахуй лучше. Почему он говорит, не получается, говорит. Волонир моча, скажи. Тихо, я порофлю, блядь. Ага, сразу 100 гп. Ну, блядь, когда он у тебя, то, наверное, да. Шлагаешь. Туда его. Так, смотрим. Исцеление скольки глубин, я понял. Чё ты там понял, нахуй? Хай ты не понял, блядь. Ну не тот босс, на котором надо смотреть. Бидон сильнее Майда. Блядь. Дали, блядь, этот ДПС метр, блядь, обезьяне, блядь. Чтоб он забирал, блядь, неправильно, нахуй. Не понял. Ну это чисто не обидно, типа, это там. Шуточно. Вот поэтому за ЦЛ лучше. Так, ты, блядь, он тебя самым обидел. Нормальным ответь ДПС метром является Details. Ебал в рот этот Details, нахуй. Я его скачал, я, ну, открыл там настройки и удалил его, нахуй. Ну ты слишком старый, блядь. Потому что ты нихуя не понял, блядь. Вон рекаунт, да? Вот. У меня вот первый. Ну, так, ДПС придем, нахуй. Все нас не поймем, мы уйдем, блядь. Чать, а только урон ХПС, ДПС, Волонир моча. Как? Ну-ка еще раз. Волонир моча. Хорош. Давай, Ванька, давай. Тут я согласен. Опа, защита для них ролей. Пришли, блядь, в зоопарк, нахуй. Я спать хочу вообще-то. Завтра суббота. А что завтра по расписанию? Нихуя себе, спасибо, блядь, за... Целоваться. Обычка плюс шайма. А, нормальная тема. Кстати, Слав, ты глядел свой... Обычка плюс шайма. Это свое исцеление с руля. Не знаю, что такое исцеление, ты о чем вообще говоришь? У тебя почему-то была не на первом месте. А на каком он должен быть, нахуй? А где там Лианочка, Равис? На катам? У них ДС вышли. А, ну, я же Муравиц, наверное, на хила зашел, нет? Да, Рома на хил зашел. Я же не спамлю, как ебанутый, блядь, чтобы всю ману проебать. Да, это, короче, видел. Хитрый план Славы. Это я не он вижу, сидит, что Рома на хиле был. Он сидит хилит специально только под проки Волонира, короче. Ну, чего здесь стоит сидеть? Да и, нет, блядь, зачем? Ебать, смотрите, нахуй, Волонир, блядь, хилит, пизда. Я на кунзейну надо. Я понял. Ну, план неплох. Два Волонира беру, нахуй. Понял, принял. Мне кажется, если бы я два Волонира взял, мне даже если пуху, даже если бы я лагал, даже я бы просто захиливал соло, блядь, рейд там где 5 хилов. Даже бы, если даже, блядь, то тогда ебать, если ну тогда да, блядь. Даже. Ну даже если. Вот это так, было по-другому, да? Да. Ну раз вот, говорит, даже, ну тогда. Абсолютно все было бы по-другому, да? Даже. Да. Вы не понимаете, это другое. Нет, это не другое, нахуй. Это совершенно иной подход, да. Все было бы по-другому, если бы, блядь, ой, да, нормальный компьютер.
Да сука. Слава. Всегда нормально все было. Будете, а? Слава. Чё нахуй? Тритона, возьми место Лианочки. Ёбаный в рот, блять. Лианочка написала, что ее кольтануло это. Хорошо, блять. Мне надо открывать гильдию, понимаешь, блять? Что-то не. Ну да, я систы кому-нибудь там еще не знаю. Ассисты есть, блять. Вон, у кого. Хорошо, у Шалфирова, Дикона, Холидринка, блять. Открой да посмотри, блять. Вот мне, чтобы них... это сделать, нужно открыть рейдовую пачку. Да? Нихуя себе. Ну тогда не открывай, нахуй. Тогда заеби славу, блядь. Ёбаный рот. Оп, нихуя. Да, да, да. Все вопросы к Релу. Там маг подходит. Маг подходит? Маг я люблю. Точнее, нет, маковые булочки не люблю. Маг. Магдак. Вкусная точка, да? О, ты такой кринжовый. Ебать, нахуй все зашел, еще ебанутый. Кошмар. Кошмар. Я из машины, ебаная, блядь. Чепушила. Как ты сказал? Рома, да. Кто-то икает, нахуй, мне кажется, кто-то икает. Я уже скоро буду икать от этой хуйни, блядь. Либо маленькая собачка жаркая. Ебать ты охуен. Сука. Ну, остается брать треплёху. Голова, блядь, болит. Ну что? Аксись. Ебать, как у меня голова болела. У него ж... А, видел там этот... Миддарк. Холидрин сегодня хочет... Что вешать? Я ебал нахуй. У себя дохуя обязанность. Какие? Распределять. Так я распределил. Все, блять. Я распределил нахуй. Вон, видишь, ассисты в рейде, блядь, что тебе не нравится? Так ты распределил. Холидринк сегодня отдыхает нахуй, у него голос сбился, вам и релить нахуй, заебался нахуй. И теперь слушай. А в смысле разбился? Ну-ка, туда его. Блядь, прямом нахуй. У нас что это, турги есть. Этот. А подожди. Здесь РЛ жесткий нахуй. Притон, беги к нам. Мы на слепца подходим. Сейчас тут туннели зачистим и все. И пиздец. Алло, нахуй. Алло, нахуй, меня тебя спасли с того хилы, света, блядь. Хилы, блядь, моча. Я кош прожал, нахуй. Ну то, что. Света, ну так то, что бидон умер, так это. О, это. Сядимся и есть рыбу, нахуй, быстренько. Опа. Жрем. Похуй на все. Резаем 25-й кто у нас? Он большой идет уже хавать. 25-й. О, война, вопросы, война, может, это попроще. Это... Да, в натуре. Этот, ты попроще вопросы задавай. Я меня просто кританул. Хорошо. Безопасный секс. Слышу, безопасный пошли. Секс. Бьем, можно сбегаться в одну кучу. Но так, смотри, мы сбегаемся. Хуяем. Слава так хотел, чтоб над его шуткой посмеялись. Нет, он просто торопился за работу, что забыл там решить. Тихо, нахуй. Мага, отпутнули. Мне кажется, ли кто-то что-то там тявкал, на. Ну я еще и... Я понял, нахуй. Что тебе еще непонятно? Да все понятно, я все популярно объяснить. Опа, блинк от бога. Мы же не в БСе, блядь, чтоб мне непонятно. И никто не умер, почему? Да, почему же так, блядь, хилы, наверное, сильные. Смотрим хилы. Эвилаша перехиливает Вайдвай, да, я понял. Чего, блядь? Сюда! Ебать, что это был за гогот, нахуй? Всё, там перехилил. Все нахуй, блядь, да пизделся, блядь! Включайте Волонир Моча. Это по походу ГПшкой. Волонир Моча, блядь, нахуй, не собираем больше хуйню. Волонир Моча. В мусорку нахуй выкидывает этот Волонир, блядь. Слышал, слышал, Равис, что там пиздят, нахуй? Мне кажется, это пиздец, неуважение, нахуй, какое-то. Мне кажется, Рома еще есть время назад, блядь, верни. Да, в натуре, блядь. Так столько сил уже убили туда, как отказываться, блядь, от диносковок, нахуй. Слышь, Лав, стелс уйти надо через час. Ну, я понял. Я спокойно вышел отказаться. Что ты говоришь, предлагаю забить этого, как его, слепца быстренько и сразу этого кратаряса пойти башню. Ванька, лечь поглянь. Как ты думаешь, куда мы идем? Не знаю. Кратаряс сразу? Нет, мы идем сейчас пса, потом на карася. Нет. Да. Нет. Мы чистим трэш до карася, вот тут, блять. Идем убиваем слепца и потом карась. Докажи да. Мне. Блять, Мордаун, иди в жопу, блять. Блять, но он прав. Не доказывай. Не доказывай, так и есть. Да, все, блять, видишь. Не доказывай сейчас. Пока не доказано, не ебет, что сказано. Это, ну у нас да. Что-то рейд слабоватый, не знаю. А Мидамар, он в Т4, Т4, да? Как он там дамажит? Нормально. Блять, да он ретрик, нахуй. Ретрики сейчас дамажат. Стелси, ну пиздец, где она там? 20 дает только. Ну, на слепце посмотрим, как он кнопки нажимает. Рисайте, стелси.
Так, а что это все по взглядочка за. Насколько проверка милишников. А ну, глохните все еще раз. Воит Волонир Моча. А кто спулил? Зачем? Босса спулили. Это босс? Ага. Врей спулил. Нахуя? Я? А кто? У тебя, блядь, элементаль сагрил, на тебя три еблана сразу побежало. Сделайте так, чтобы они исчезли. Да, ладно. Отбегите куда-то, чтобы оно исчезло все. Оно должно исчезнуть. Он выйдется, этот босс? Make it stop! Нет, по-моему. Мне кажется, нет. Просто дайте диван. Да нет, выйдется. В туннель надо зайти. Туннель зайдите, блядь. Ну я был возле карася, и на мне комбат. Хуёво. Так комбат на данж вешается. Бля, мне кажется, мы бы уже это, ну... Сдохли, резнулись бы, блядь. Всё. На мордаун. Развернулись. Все, сведились. Все, ну, на мордаун-то они... Ой, блядь, как заколебали. Ну, умри нахуй. Да сдох я уже. Можем все сдохнуть? Че, вроде босса но... нету. Не заходите, блядь. Бидон заломан. Ёбаный бастон, блядь. Сука, 3 IQ. Все, не заходите, стойте. Если не убегут, блядь, на свою ебучую позицию. Да диван сдай, Слава, ёбушки, и бидон еще. Ой, блядь. Нет, на бидон. О, всё, давай. Нет, на бидон еще. Все, нормально. Теперь... Ты что, сука? Чебойщик. Пулильщики ёбаные, блядь. Нахуй пулите так, как попало. Все, комбат один хуй висит. Хуёво, когда висит. Этот самый. А почему мы висит? Мы с боссом умрём нахуй. Мы с боссом в комбат вошли. Подходите. Подходите. Мы вошли, ходим, они сразу в комбат. Диваны. Все умирают. Без диванов этот самый встал, кто-то заюзает. Все нужно, здесь чтобы пассивка все сработала, блядь. Все должны умереть. Блядь, диваны дали. А с диванов там бой не спадет, блядь? Спадет. Не спадет, скорее всего. Ну вот если не спадет, блядь, будет. Должен спасть. Ой, блядь, я всегда так говорю. Кто спулил? У меня эрекция, блядь. Врей. Я понял. Въеби ему 25. Кому? Врею. Еврею? Ладно. Сейчас бы 40 лет говорить про эрекцию. Нормальная вещь. Блять, ладно. Ну, нахуя, мы могли бы сейчас, блядь, поесть и бить босса, вы какой-то хуйню занимаетесь. А что, можно там, блядь, когда вас убьет он уже? Я не знаю, это вы начали куда-то выбегать, блядь, можно было просто там сдохнуть, нахуй, и не делать хуйню, блядь, что делать. Вот сейчас есть бой, нет? Ну-ка, проверьте. Диван снимите, все, а то выделись. Стелси в бою, Вилаша в бою. Так идите умирайте нахуй, снимайте диван, умирайте. Я говорил, сука, без диванов. Сука, всегда, блять, свою ебучую, блять, политику продвигайте. И вам РЛ говорит, сука, без диванов нахуй. Что, сука, не ясно? Хуярят диваны, блять. Ну потому что бой, сука, остается, блять. Вам говоришь, нахуй, они диваны кидают, блять, и стоят в них, нахуй. Я перестал спал, блять. Вставайте, один шаман там. Ну, теперь лежите. Все, лежите все. Лежите, не лежите, в смысле. Лежите, вставайте, нахуй, стойте, садитесь, блядь. Ну, вы поняли, что лезать надо, нахуй. Надо тоже так начать делать. Знаешь, да? Ну, на всех по-разному специально будет. Массовое воскрешение бичей, нахуй. Да, на натуре подписку надо сделать. Этот самый, как Катрисе будет какую хуйню нести, мне тоже надо так сделать, как это... Как ты делаешь? Охуй, типа, хуёво горишь, братан, блядь. Ты кому? Да так, сам с собой, блядь, пишу, я же дед старый, нахуй. Да я говорю, таблетки не выпил, ёбаный в рот, торопился, нахуй. На РТ. Блядь, я кстати тоже таблетки не выпил, ёбаный босс. Как ты делаешь тогда, получается, заебись. У кого ты, блядь, спрашиваешь-то, ёбаный в рот? Чё ты говоришь? Подсомой. Кого ты спрашиваешь? В смысле спрашиваю? Ты кого-то замутал, что ли? Не могу понять. Ой, блядь, ладно, вы чё нахуй вообще? Давай шкаф. Кто там, Притон? Сори, какой-то крит. Притон. Сейчас Притон. Не офайся далеко. Какой-то кринж. Не офайся далеко, слышишь? Ты заебал кашлять, нахуй. Блять. Это пиздец. Джандис, принимай сумон. Блять, проверка. А, вот она.
Жрем рыбу. Даем по 5. Кто умрет, тот нуб. Так, подожди. Я нуб. Кулак под руином. Я кулаки не даю, мне похуй. Я каски раскидал, мне похуй. Красава, блядь. Просто лучше. Холидринг... О, спасибо. Раскидываешь кулаки. Кулаки по. Всем, всем я покрою. ХП раскидываю. Ты заебал кашлять нахуй. Ой, блядь. Просто, блядь, просто бабку овела, что баб обновили. Это все делать из 3 секунды. Через 3 секунды дает счет на пул. Юля тут дает счет. Во, кого, где? Что, кого? Зачем? А? А, ебать, Велка, Шалфира. Да, он сейчас пернул в микрофон. Не надо, блядь. Давай. Иди. Давай, я уже. Вы дауны, блядь. Нос подставил, что ли? Он водолазом подрабатывает. Поеба нахуй. Это пожизненно мут, если такую хуйню услышу, блядь. Че, реально кто-то пернул, что ли? Блядь, никто не пернул, блядь. Надо понюхать. Это просто Седжу автоматически сгорел. Что-то валять начинал. Да нет, я просто предупредил, я не знаю. Мне кажется, там... Что там за форма, а, у него? Этот, секунда до вихря, прием, готовность. Разбежались. Вообще по... Проверка миликов на пидора. Проверка пидора на миликов. Хуя себе. Мать, у вас проверка. Подвисла, подвисла. Лутофнули, босс, блядь, идет на. Сука, босс идет, висит. Я, короче, там кастую слепую в кого-нибудь. Сейчас демон будет где-нибудь, нахуй. Чё, мы Геру бун давай? Геру даем, Геру даем, Геру даем, Геру даем. Шалфир. Нахуй я спрашиваю? Ты Геру даешь? Чтоб заебись было. Чтоб ровно было, нахуй. Ну, мне сказали, я нажал, нахуй, у меня все просто. Ну а чё, демон всегда Геру даем, даем. Сейчас будут демоны, ну, короче. Седжу, а почему на Седжу? Ну-ка. Чё, блядь, сейчас ему, блядь, солю дам, нахуй. А, он уже, блядь, снимался. Я кошек скинул, хуй. Демонов бьем. Кто там? Ой, ну они, в принципе, идут. Знают. На их нет смысла произносить, если ники людей, которые знают этого босса. Где еще демоны валяются? Если бы там какой Мидомару был, то надо говорить. Мидомару демон. Но пока не было. А кто? Где демоны еще? Нету демонов. Просто что, блин, накурился? Сальву по мне еще закинь. Это, выйди там. Кто там, на ком босс кастует? Выйди из-под хуйни, нахуй. Что-то, блядь, сагрук это хуйня. А, вот. О, скоро будет этот. Скажи мне, вихрь, нахуй, 8 секунд. 10 секунд. Дашь сагру. Я? Да. Хорошо. Давай. Так, ну я под дотки там дам. Я чутка попозже. Так, все, дал. Просто не понимаете. Бутурина. Не вливайтесь на пол полторы секунды. Пиздец. Ебать полагает нахуй, что это такое? На, провисли пиздец. Агро, притворились. Мертвыми нахуй? Какими, ебаный, блядь? Лёха, дай сальву по мне. Нет, живыми, блядь. Ребят, там холидринг шторы рвёт. Скольки процентах там? 30? 20 с чем-то. 25. Или 20. 25. А может 20. На 25. Демонов бьем. Еврей, угорь. Кто там? Бидон, катрысия. Добили демонов. Каждый своего. Фаза. Вон демон чей-то стоит. Алло, блядь. Да, бидон там его. Бидон, бей его, хуярь. Вот. Блять, терраса. От демона отходим. Боссы, перебазируйтесь нормально, чтобы демон не стрелял, кого-то не стреляет. А кто, кстати? На Теллингрен демон, да? Да. А, так, частицу те. И ебашим. Это сейчас будет. У кого сакра сейчас есть? Саламана, что-то иди. Да я. Джандиса, Лингрена. Ты Лема стакал под. А ты вхпали? А, да? Джандис, сейчас на вот эту вертушку готовься, да. Круто. Я дал. Ты дал? Вот, ладно, то на следующую джиндиз будет. Там у меня откатится на третью, если она будет вообще. Ханаким Талдабану.
Так, дотку прохиняю. Так, ну тут вертушку я буду давать. Короче, когда босс умрет, еще надо будет прохиливать. Вот массакру дал. И босс сейчас умрет, вот, 100 тысяч, и еще прохиливать, потому что там дотка на 10 людях висит. Прохиливаем, прохиливаем. Ебать, сапожки. О, ты ж хотел дать сапожки. Бизнес опять. Паладин, хант. Я даже, сука, я тебе говорил, бис, ты говорил, да не хуйня. Не, типа, просто там была реально хуйня, вышла бронзовая святилища, я посмотрел на шмотки, теперь нужны. Пиздец, а но... ты не мог посмотреть? Надо БС еще. Не, не мог. А старт был очевидно, что это бис. Этот самый, что, рога, а, подожди, хант, ДК, маг, лог. Это кому надо? Кому надо вообще? Вилаша. Да, Юли. Что, два спека будем, если брать? Юли, за... Ну вот проверка я нахуй на миликов. Смотрим ДПС со слепца. Амидамару 13,5. Ну мало, да. Мало очень. Бодишреддер 13-14 тоже мало. Да, да, ничего больше нет. 20 хотя бы. Ну, ну, мало для этого инста, мало. Ну, кратрес они не годятся. Этот самый вопрос по Т5 на ДК. Юли второй спек, и дальше нажимает в рей и мораль. Как ну, делаем? Святос ну, в смысле, ну, в рей может, типа. Invisible или Invisible есть. Просто смотри, в рей есть 1 и 2 Т5, и он будет играть арканом, то, блядь, он ебашить будет пиздец. Как этот, как... Как продукс. Там 35+. Типа, но да. Но продукс ебенит сейчас в аркане, просто ну, жесть. Так, да, он бег... продукс он... нонсет, нахуй, весь да, бессонный. Да какая похуй разница, блядь, томатос ебашит. Ну, блядь, которого... он 40к дал на орке, там 38. И трини, блядь, тоже. Так, ну, томатос, который не так одет, как Апродекс, дает почти так же. Так же 25, 25. Я не знаю, я бы... Я он пишет по ЕПГП. Ну, ЕПГП это хорошо, но просто у нас все равно приоритет на мейнспек идет. Типа да. На мейнспек, да. Я бы ему... Не, мне, смотрите, просто, как... мне просто интересно мнение Юли на это что. Ты сама как думаешь? Типа, вот тебе отдать, чтобы у тебя спек был, ты играешь в одном, танчишь, и а челики будут ждать, пока ты его соберешь, типа, неделю целую. Я не тоже буду. Так-то тоже до куска. Нет, Света, тебе не потому стоит вкладывать. Третий кусок надо брать по ИПГП. Мне похуй, я прогнусь, ты танчишь, все заебись, лутай, пожалуйста, я тебе третий даже спек одену, пусть остальные хуй сосут. Короче, это вот мое мнение, нахуй. Нихуя-то. Ну, остальные никто не танчит, нахуй. Ну, Катрисе танчит, нахуй, могу тоже прогнуться. А, надо тебе, давай. Я понял, я сегодня не спекаю. Ну вот, нахуй. Сейчас вот в итоге получите рейд, который вы заслужили, нахуй. Раз я не танчу. Свет убил, блядь. А готово, нет? Танчить. Разве перчатки типа не бидону на 4-5? Отойду в био. Вот ты 5 золота, да? Нахуй, блядь. А что там у Бидона сколько кусков? Там, наверное, ну, торт надо два, покупать на 4 два, куска. Два, как бы у него куска, у него штаны и плечи, вроде, говоришь, типа, стила будет. Я что-то забыл, да? Нахуй, про это. Че, вот завтра на воронкофарме будешь, нахуй? Стила вроде туннели. Я туннели, завтра, туннели. Я завтра второй день работаю. О. Я буду в воскресенье. Днем. Блядь, и вот, нахуй. Забыл про ты, этого. Кстати, а Войт определился, кем я? Завтра в уроке... Да не, нахуй, мне ничего не надо. Я не буду никем играть, нахуй. Не, я нахуй. Шучу. Бля, ебать, тебя жопа сгорает просто моментально. Ладно, буду. Блядь, там еще вон в гичате вопросы задают, нахуй. Если ты в диссе, то, блядь, не знаю, нахуй. Нет, это не основной рейд. Смотрите меня, я быстренько тапки зачарю, закомню. Мы раз 25 гер ходим. А почему вы сюда идете? Я не знаю, вот Бодишреддер и кто там, Идамар, вас устраивает 12 тысяч ДПС на этого босса? Ну как думаете вообще? Я здесь первый раз, и я часто выбегал и просто не бил босса, потому что не понимал, что делать. Я предупредил перед рейдом. О, поздравляю, раньше набрали. Ну да, по сути, мы не понимаем, что делать. Тилам оставили место, остальные съебались. Это нормально, если они тут первый раз аккуратно просто играют.
Ну да, я поэтому как бы ничего не лутаю, на все отказываюсь, потому что понимаю, что гиру добрать. Вот, встаньте на рейндж, нахуй. Алло, блядь, для начала, потом... Второй идет. Второй идет. Сдиспельте с себя эту хуйню. Вот. Нормально. Отойдите, не спульте, нахуй. Ну. Флот убейте. Все нормально, и... Лингрен, там не это, не болезнь. Он тебя, правда, шотнуть может, нахуй. Не-не, я похилю, нормально, все. Диспель себя, болезнь, Лингрен, помогай. Я бы диспелил, все, не все. Я не могу. Там на радио. Там агро тебе сейчас не надо набирать нахуй. Я не знаю, что за понос, нахуй. Понос должен быть только у меня тут, нахуй. А я их смотрю. Хули ты иранчиком там? Не, иранчика шоколадно молока, я бы тебе пил сегодня, шоколадный коктейль, нахуй. Слава, вот Лутера, чисто да? В этом, блядь, рейде флудишь ты. Прям, блядь, вот, это, что блядь, поделать, нахуй? Нахуй. Ну все, завтра молчать буду, нахуй. Башка у него просто, видишь, у меня не болит? Не, просто релить и флудить две разные вещи. Так я релю нахуй, чуть не нравится. И флудишь. И флужу. Одно с одним, блядь. Все. Это отойдите вот тут. Видишь, нахуй, я как релю. Отойдите, блядь, сейчас будет зеленая лужа, сука, уйдите, нахуй, болезни уже нету. Вот смотри, блядь, сейчас бы 10 тел подохло. Ну, блядь, вы бы добьете, нет? Видишь, какой скилл, нахуй, а ты говоришь, блядь. Меня понизили по хпшке. Ну, нихуя себе. Вот даже, ты говоришь, а сам, блядь, лужи, я тебя спасаю шуком, нахуй. Это должны все знать, нахуй. Спасибо, подвели. Беги, нет, да, беги, веди с того. А куда ты увел его? Ну, потому что там лужа, блядь. Похуй, заходи в лужу, блядь. Все, заходи, блядь. Тут же хилы стоят просто. О, да, на агре. Да. Значит, агре, зачем под фокус, блядь, я хуй знаю. Это, не кринжуйте, давайте вот эту вот пачку добьем, и потом по мелочи сагрим потихоньку. Я тебе просто про это поэтому и говорю, что хочется побыстрее закончить. Да, 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 но это не от одного меня зависит. Я всего лишь сижу на хпале и свет небес нажимаю. Все остальное от вас зависит напрямую. Мы из-за этого флуда приближаемся к этим моментам, что сейчас что-то пойдет не так. Не так. Вроде довольно давно ты, видимо, не застал. Слава обычно в хорошем настроении так и рели. Не так, не так. Знаешь, что сейчас пойдет? Это, разбегайтесь быстрее, нахуй. Пизда, нахуй, бомжи ебучие. Этот, разбегайтесь и диспельте себя. Сначала нужно, чтобы болезнь с рейда исчезла. Или вы не видите, на ком она, ники называть. Этот, блядь, сейчас вот кто лежит, нахуй, откройте. Ну, на хули я лежу, сейчас я открою, блядь, и вот посмотрю. Замена, плюсуйте в рейд. А там замены, слав, нету. Ну и чё, вы на каратреса пришли тогда? Как его убивать, нахуй, этим рейдом? О, вот это другое дело, нахуй. Еще замена. Дискорд объявление напишите. Что это, трудно сделать? Пока лежите, блядь, и на ренже стоите, у мобов. Вот я напишу за вас, хули. О, а тут инвалид есть. Каратрес. Так я его взял в рейд только что. Ну, ну, все, заходите. ДПС 25К+. Сумма Ляночка, иди. Где? В Диси была. У нас бой. 25К+? Ляночка, ой, заходи. Ляночка, вот я тебе говорил не офаться. Куда ты делась? Она плюс, я могу идти. А ты в курсе, что ты на хпал открываешь опять? Кто? Ты. Я вообще Т5 не открываю, блять. Там бидон есть. Ну ты кусок-то залутал. Так я его, ну, бидону и отдам, блять. А, по бидону? Ну, не может, блять, два куска есть уже. А, не, ну, я просто видел, что ты залутал. Там бидон? Я просто думал, бидона нету, нахуй, поэтому закинулся. Там бидон, типа. Это. Не пульти, не пульти, сука, ничего, не пульти. Дайте резнуть 5 людей. Тут 6, 3 хила лежит. Вот и сейчас это меня пройдет. Притон где-то. Ну не знаю, должен пропасть сейчас. Бидон, сначала тебя пусть резнут, потом отходи. Ставь шкаф. Бидон, сначала тебе передам эту хуйню, иначе она сейчас, блядь, откроется. И утро, да? Сама. Само по себе не откроется. Само по себе нет. Ну тыкайте, ебаный покос. Да, бидон, заебись, красавчик, взял, ушел. Где ты, бидон, тебя зарезали? Давай мне, короче, дай все. Я не пожалею вам. Можешь даже снять.
ГПшку нахуй. Дать ты. Ну да, типа. Круто ему, что он писал там. Сейчас надо мену порезать. Трэш почистим пока. Ну порезаю, короче. Можете, в принципе, это самое. Сипачку слева, справа там маленькую. Нити пульч. Так, что-то время, кстати говоря, 45 минут все прошло. Так, кто там самый слабый? Ну, этого. Ну, Шреддера поменять точно. А Мидомару еще может что-то нахуй выдаст. Шреддера точно нахуй. Вот, хил нам нужен, друид инвалидовский. Остальные как-то. Там Авелани писал, что будет минут через 10. Вот, Авеланию надо. Надо подумать, во сколько нам хипалов играть, в 2 или в 3. В 2. Вроде бы, ну если 2 только здесь оставить, то на рейде, я не знаю, справиться там шаманы, что там, нардрушники и кто еще. Надо, наверное, будет в рейд загонять на нормального хила, чтобы, блядь, вывезли нахуй, а не так, что, блядь, там баба, потому что хуярин, блядь, дай бог. Нет, это бидон. У нас Хокмастер 4Т4, он же может АДК сделать какого-то на время. Какого АДК? Это БДК нужен. Ну, БДК, я понимаю. Так у него был вроде. Стой, там, бидон. Там ДПС нужен, и я он, не знаю. Я не имею в виду, что ДПС, я имею в виду, он может в танка какого-то АДК, ну, БДКшного спекнуться. Типа поставить его куда-то. Просто у нас получается канцелятор, он 2Т5, это точно анхолик. И Вилаша получается танк Фрост, потому что она лужу стелит, это очень приятно для всех. Мораль. Ну да, лужа компенсирует часть своих хуйней. То есть у нас получается только Хукмастер остается, он с шемом, и он неплохо, наверное, будет в этом. Ну, либо в танке на этом, либо в каком-то ДТ. Подожди, ну у нас кто танки? У нас Юля, Лингрен и Хулидринг. Че, какие еще проблемы? Три танка. Че вам надо еще? Проблема то, что бафа не нужен. Какой на миллика. 10% АП, слава. То есть либо это хант, но они сейчас, это... они сейчас есть. Дика. Диспелим. Диспелим, диспелим, сейчас, диспелим. Больше, потому что... Обычно сейчас... призан это давал, все. Мидомару, набери рейндж. Диспель себя, что ты просто так стоишь? 10% сейчас есть, потому что Юля в БДК. Ну, Юля должна бабу держать и давать свои лужи в рот. Да, я и говорю, у нас тогда не будет 10%. Ну, можно попробовать без них. О, Глебушка. 10%. Это охуенная потеря ДПС. 10% апа для всех миликов. Дает этот самый ММ Хант, Энх и... Короче... И БДК. Я к чему это веду? На самом деле, вот сейчас мы утыкаемся в эту ситуацию про то, что я говорил. Что спеки без рейдовых бафов нахуй не нужны, блядь. Вот эти сурвы, мутики, блядь. Вот эта вся хуйня пошел бесполезна. Ну, понимаешь? Понимаешь, да, что, во-первых, хант сейчас в рейде один. Во-вторых, этот спек сейчас дамажит. Ну да. Это уже не зависит от того. Тут о бафах никто не думал, все о своем ДПСе думают. Да, ну типа всегда был Призан, который ходил в... Мне просто плейстайл на других спеках не нравится. Призан уехал на свадьбу, да. Типа нет, первый раз, типа вот, надо придумать, кто заменит его. Угомонитесь. А в чем проблема? Почему Эвелаш не может другого танка? Ой, босса. Да потом... потому что у нее лужа на бабе, которая дает резисты и режет урон. Но мы без резистов убивали. Не, ну ради бога, то есть можно... Да, убивать. Но мы без резистов. И говорим, что приятно... Нет, Лёха, смотри, мы убивали без резистов, но тогда стоял протопал в 4Т4 на базе. Блядь, ты вина. Для снижения урона. Понял. Ну, есть 4Т4 только в банке лежит.
Да нет, 4-4 в сравнении с ее лужей вообще не идет просто. Это самое... Надо баф, надо баф, будет баф, все, похуй мне на 4-4, блядь, и на Т5, и на всю хуйню. Вон она спекнется, и будет баф, блядь. Ну и... хорошо, просто тогда хилы будут сильнее напрягаться. Ну похуй вообще, мы напрягаемся, хуйню. Ну что, играем Т5, собираем. Не, ну главное, чтобы похилили. Что, я не против, я просто говорю про то, что вот у нас ситуация, когда нам нужен этот баф. Тут либо хилы сейчас будут потеть... И я надеюсь, они справятся. А в сколько мы хилов били тогда? В 5. 20, блядь. 7? В 6 или 7 хилов. У нас была фулл 5-я пати плюс друид инвалид. У нас 6 хилов было. По-моему, 7 было, нахуй, что-то влюбить. 6, по-моему, 3 хапала или 3 хапала. 7, да. 3 хапала, холик, ДЦ, эрдру, я не помню, сколько было эрдрушников, и что-то такое. И то был то самое. Так кого там, ДЦ, эршам и эрдру. И 3 хапала. Ну вот так. Ну вот я хапала. Сейчас думаю, как спекать-то? Виланию в милика, что ли, спекнуть? На хапале профита дохуя будет. Ну, Лёха. У тебя 2 хапала. Ну, ДДшники тоже дохуя. Лингран. Просто я не уверен, что пачка Бидон, Мэдфокс, Мордаун, Стелси захилят рейд. Не захилят. Ну вот. А, там друид инвалид, друида, нахуй. Друида инвалида хуяри. Да, друид инвалид есть. Подожди, а Вилания тогда в ретрика? Мордаун, ну иди сюда. Да. Там, где я стою. Нет, ты не на рей, ты Джандис вот тут занимаешь позицию, где ты в прошлый раз был. Не этого любишь. Хилишь Холидринка, который... Этот самый, давай по меткам нахуй. Этот самый Холидринк, есть у тебя сапроты? У кого там есть сапроты? Есть сапроты у тебя, нет? Да, там, где я стоял, встань. А-а-а. Чё вы там делаете? Чё ты хочешь? Да он метраж, видимо, мерит. Далековато. Так, на, тебе 20 сапротов. Ну, можно вот по этой тактике ебануть. Я хуй знает, мы по той били, по которой мы били, там вообще проблем никаких нет. Эхолов меньше надо. И так. Ну, нам типа хватает и так, и так. И ДПС, и хилоп. Этот самый, значит, что там? Босс. Восьмая пати, депайтесь у Далараны. Череп давай. Сапроты все берите у Холидринка. Хранительница. ДДшники тоже? Нет, у меня нихуя. Все, абсолютно все, окей. Блядь, на бабе, понял. Потому что будем отлетать, пиздец. Не слышите. Так, квадрат, это что у нас? Это хант, это первым сливаете. И шаман, это, короче, ромбик, нахуй. Шамана ты танчишь, отводишь сюда. Сюда отводишь. Босса, кто там будет? Лингрен, получается, да, вместо гомосека сейчас? Какого босса? Ты мейн босса будешь держать, ты его с пула уводишь туда, где сейчас ромбик, потом, когда убивают квадрат, переводишь его в череп, сам спиной в череп встаешь, чтобы я тебя хилить мог. Значит... Не вижу череп. Теперь надо, чтобы 50 метров было... Все вижу. 50 метров было от ромбика, как его поставить-то, блять, получше? Больше 40. Ну, чтобы, да, больше 40 было. Чтобы вот так было. И чтобы вот отсюда сколько? Вот так вот, как я стою, есть 40? Да, вот так вот. Вот так примерно стоял этот самый, скажи мне, кто он там, блядь. Вот тут в крестике стоит примерно, это не прям тут, стоит этот самый Джандис. Хилит Холидринка, который держит шамана, блядь. Лингрен держит босса в черепе спиной. Я стою вот тут вот примерно. Я уже даже не помню, блядь, как тут. Ну, по-моему, вот тут, блядь. Вот, вот здесь стоит Юля, да? Т4 с бабой. По-моему, вот так, да? Есть там, сука, метры, нет? Хуй знает, там подкорректируемся. Вроде так. Остальные, значит, 2 хапала сказал, что делать. Остальные, значит, Бидон, Стелси, Мэдфокс, Мордаунд. Как только убивается шаман, вы, как квадрат падает, вы бежите... Через кружок к звезде. Расстановочку там делайте. Походу там сакра дается. Там ваша задача не проебать делит. И друид инвалид пятый. Вот вас 5 хилов. Мы 2 хапала держим здесь 2 танков. Вот. Мы там будем помогать. Но, блядь, тоже не факт. Я частицу дам на этого. На Лингрена.
И Джандиса еще буду подхиливать. Вообще его и хилить. Себя и его. А у кого-то есть эти баночки на ману? Ваша задача, есть. Вы когда на звезду побежите, там не проебать рейд. Вот если там будете захиливать, то все убьется. Босс спокойно задепресится. Чтобы там не сдохнуть, когда туда... Во-первых, все под саппортами должны быть. Чтобы там не сдохнуть, сейвы нажимайте. Когда на бабу побежите, дубовку не пожалейте отдать. Что там? Хилки, койлы, вот эти панцири. Маг там, не знаю, щит маны. Там зломана через себя похиль. Прибежал, 2-3 цепухи дай, посмотри на хп рейда. Вот, в принципе, должно быть понятно. Вон там ретрик у нас Авилани. Если что, через себя хотя бы давай флешку, чтобы было проще, потому что там реально проебать очень легко людей. Ебать. Все, в принципе, тут все понятно. Сейчас посмотрим. На ком посмотрим. Сейчас ДД, перепьете на бабе саппроты. Вот. Да. Перепейте, желательно. И это очень важно сделать, потому что обновите крест. Это процентов 15 урона рыба. Режет. Рыба стоит, жрите. Без табак можно? А погоди, если Джо появится. Сейчас я поставлю. А мне лют надо. У меня вылетело. У кого это третья аура война света? Ну я поставил, короче, лют. Такс. Еще раз, да, я сам, чтобы не запутался. Вы там, как когда обычно, будете... Хулидринг на квадрате и шамане, да? Хулидринг... Хулидринг, да, на квадрате и шамане. Как квадрат падает, он уводит ромбик в ромбик. А босс с пула отводится в ромбик, потом, когда квадрат и падает... И мы бежим на бабу. Да, вы бежите на бабу, в это время с ромбика босс Лингрен приходит в череп. Все понятно, да? Частица у меня изначально висит на Юле, которая танчит везде бабу, на которой... Что там, на которой звезда? Я стою в кружке, ее хилю. Вот, все остальные хилы запомню, что делать. Ну, смотрите, с его играйте. Что по ССам? СС Пуритона 1, БР Овчонос 4. Ну, давай... Блять, на кого дать-то нахуй? Хреново, когда есть. На кого дать-то лучше? На хила или на Вадикона, может? Кто сдохнет-то с них? Давай на Мэтфокса. Ну, в принципе, что там, 3 ставалки у них есть. 4 бэра. Ну, здесь 4 с 5 не будет. Все, так, где? Ну, у кого есть рунический флакон манны? У меня. Да, он там, да. Так, сейчас с я могу... С хилами поделитесь, да, этими флаконами. Дай парочку. Ну, да. Пиявку, короче, Джандису скажи, ну, на себе, на мне тоже там скажешь, а на других, ну ладно, тоже говори пиявку, короче. Так, все, Юля, вот тебе частица, проверка. А тебе-то зачем? После, когда пиявка закончится, тогда выпивай его. Не спульте только близко, не бегайте тут, осторожно. Что там по готовности? А, блядь, это у нас висяки, блядь. Сейчас их хикну, блядь, а то не принимается готовность. Еще раз. Так, все готовы. Так, даю отчет. Ой, бля, этот. Старайтесь тоже... У кого есть возможность выглядывать в зону... Босса вы увидите. В зону видимости... Тарелкой не перестанут. Нет, на бабе Гера. Дали Геру только что. Ну, похуй. Дали поебать вообще. Ветер летит. Ну, ничего, все, поебать. Ничего, убьем. Главное, не это. На Джандисе пиявка фул протикала. Очень хуёво, блять. Не санонсили ли тебе, ты не прожал нихуя. Вот теперь ману резай как-нибудь. А? Но при этом... Лингрена можно на фул захилить? Хилить, блядь? Вообще просто 10 секунд стою, 0 хила. Давайте! Лингрен танчит босса. Частица на Лингрене от Джандиса должна быть. Он сейчас ману всю проебал. Не понял, что там с тобой. Ладно, я хилю, хули делать. Давай частицу вешай там. На друид инвалиде. Не проебите себя, главное. Все, Лингрен хилится? Да. Ветерок идет заранее, посмотрите, чтобы он в вас в ебло не прилетел вам. На Мэтфоксе. На Мэтфокс. Пиявка. На бедоне пиявка. На бедоне. Сейчас
сейчас ману все проебет. Смотрите, страхуйте его хилы там. Сколько хп у босса? Умер. Побежали. Значит... Дефы и сапроты. Я даю сейчас массакру, дал массакру. Максимальный захил. Шафир, еще что, помоги сейчас похилить. Смотрите внимательно за хп рейда. Так, Лингрен, прибегай сюда, даю тебе частицу. Джандиса захилить, тебя не урони. Бидону иннер. Блять, я умер. Сука, Вадикон, резай меня, назад беги. Шалфир, готовься гимн на хп давать. Давай гимн на хп, дал бабл. Лингрен помер. Пиздец, блять. Да ебаный в рот, блять. Клидринг тоже умер. Да все, падайте нахуй. Там, блядь. Залупа ебаная, нахуй. Диван, дадите ли я крестом стану? Это, когда бежите, блядь, когда бежите. Друид инвалид, Мэтт Фокс, вас двое ебучих друидов. Вы бежите с черепка. Киньте на меня хота каких-то, блядь. Ну, я не успел себя прохилить, блядь. Пока частицу на Лингрена накинул, стал кастовать Джандиса, блядь, и себя проебал, нахуй. Джандис тоже шокер. Я подниму. Иногда жестко бывает. Там пиздец жестко, нахуй. Вы страхуете, блядь, нас, хэпалов. Мы тут вдвоем остаемся. Я пока на него... Короче, ясно, нахуй. Пизду, блядь. Чё там, один БР, да, проебали? Ладно. Пока я эслся, все проебали весь рейд. Бежите мимо, страхуйте там. Дайте какую-то хуйню, блядь, ходки, чтоб висели. А поставьте шкаф в сумме, типа, если рыба стоит, ждите. Стану лучше. Давай шкаф, притон. Все нормально, в принципе, только частица твоя на Лингрене. Когда ты бежишь, этот самый, на Лингрене, потому что он босса держит, или, блядь, на ком, хуй пойми, да, на Лингрене. И Лингрен, он вроде так 50 метров стоит, что ты вот на нем частица, ты Хольдринка хилишь и должно до него доставать в идеале. Хотя, может, и не будет. Ну он там весел. Ну, в принципе, можно ты подумать. В принципе рейд хилишь, там шаманы, думаю, Хульдинка похилят. Короче, его хиль, чтобы его не проебал. А потом, когда он перебегает, местами они меняются, ты на Хулидринка наброй частицу, потому что он дальше от меня стоит. А я на Лингрена, он ближе ко мне подбегает. Я еще рейд здесь задеваю. И тебя и себя хилю, тебя и себя. Мы, по-моему, первый, сколько мы, 2-3 раза убиваем, так и делали. Ну, три хапана, конечно, посочнее, нахуй. Он страхует прям хорошо, бежишь, не умираешь никак. Чё, блин? Можно на Даллара впасть? Ну, он там ассист есть. Дайте лес ещё ничего не пролагало. Всё. Глеб то же самое дает, я забыл. А Глеб, бофа и кулак. Да-да-да, так я бафаю кулак, Костя. У меня есть Иридар уже. Это Юля, ты 4 сдала? Юля, ты... Да, это первое. Да я мискликнул. Это понятно. Я. Юля, ты испугалась там за свой хп или чё? Что ты не зыбку отдала? Что ты ещё как? Тоже отдала. Ты отдавай её, да? Это самое. Ну сейчас постарайся не прожимать. Живи там на отхилах, если что, или на панцире, или на крови вампира, на вот этой хуйне. А не зыбку оставь на то, когда к тебе рейд будет идти. Это охуенный сейф для них, потому что массакры очень мало. На Б5 нет. На Т5 нет, это файва. На Т4. Или в чем она, блядь, я не могу понять. На Т5, но в БДК. Ну, Т4. Она же не зыбку давала. Принимайте. Она по себе ее дала? На рейд было, я видел, на рейд была не зыбка. Так. А, на Т4, все понятно. Так, да. Блин, ну может быть лучше все-таки в Т5 ебать? Да нахуй это Т5, блядь, ну массейв здесь решает дохуя. Вы когда бежите, блядь, заебись прям помогает. Геру блядь. Давайте на бабе. Все, даю отчет. Да я знаю, блядь. Геру на бабе. Давайте хорошенько плотно себя хилим. Бидона не приби. Босса увидите. Но это не я нажал. Геру на бабе, да? Не я, бля. Заломану чугапе. Да это не я нажал. Это...
Вихрь, пожалуйста, отойдите, не словите его. Он дамаг нанесет, и вы еще не захилите рейд, уроните нахуй все. Внимание. Людрин, он в миле повел. Мэтфокс, Иннер, дай по стелу. Людрин, лид, захилься. В рей не вижу. Хилите. Не уроните, сука, хулидринка. Процентов 20-15 будет, скажете. Шелфир, блять. Певка. Я дал по себе бомбу. Лингрена, захильте, захиль, захиль, захиль его. Ревностный, что ли? Да. Внимательнее Лингрена сейчас. 20 на фанте. Не урните Лингрена, пожалуйста. Бидон. 20, это хорошо. Сильнее в него. 10. На заломанный чепьё. 5-3%. Перебегаем. Все, побежали. Юля. Юля. Давай незыбку. Так, Лингрен, подбегай. Жанди за хилю и себя хилю. Отлично. Вот. Глашу хилю. Максимально этот вихрь, смотрите, летит. Если что, на хпс давайте, прям без раздумий. Заломаныч, подхиль. Вот на просадке вот этой. Блять. Охуя, на хпс дал. Ти жестко прям, блять, нельзя никого ронять. Сука. Ну эти бабы серьезнее. Да ёбаный вих. Хильте, хильте, хильте. Быстрее прожмитесь, блять. Жанди себя хиль. Вы сдавайте массейвы, блять. Сбивайте хила. Дал массейв, короче, я забыл про свой массейв. Дал массейв сейчас, вот, теперь полегче. Ну, да. Это на 3 секунды только еще на один каст. Этот, Вадикон, кинь нидер мне, ненавязчиво так. Войт, у тебя еще ЭМА есть. Я уже сдавал. А, ну ладно, дал вот. Не пизди, так, сдавал. Так, друиды, дайте. Это, хильтесь, хильтесь, переключайтесь в хила. Хильтесь лучше, не упадите. Да, друиды. Скоро вы ее убьете там? Она зачистила. Не скоро, блядь. Не сбиваешь, что ли? Блядь, вихрь. Ну, типа... Шаман, хил сбивай. Красава, блядь, я и хилить нахуй, и сбивать. Да все. ДД, какой хил? Я подхиливал вот на такой хуйне, блядь. Блядь. Так, давайте. Не словите вихрь, не словите вихрь. Сколько с хп у нее? 30. Пиздец, красавцы. Красавцы. Костя упал. Блять, быстро Хлингрен надо поднять. Лингрен, иди лови, блять, его, я хуй знаю, а что Юля делать. Заберет. Юля заберет. Хорошо, блять, стой. Все, ладно. Джандис, иди помогай им. Иди помогай. Сейчас еще одного танка уроните. Все, 10% осталось. Хильте, хильте, только один мертвый, хильте. Я тебе изо всех сил, Джандис, помогаем. Там же его и добивать. Я тут помогаю пати хилов хилю хотя бы. Служи намного легче. Шаман, блядь, шамана дать. Шамана хуярьте там. Здесь стоим, бьем шамана. Он. Приспусти немножко сюда на центральные вот эти ступеньки босса. Ага. Все нормально. Все хилим максимально. Все, бабы нету, нормально. Теперь мы не должны упасть. Вот Мэтт Фокс и на бидона. Что-то по ТТ у нас все было уже. Да. Да, Крис остался Иннер, еще один. Ну, это. Мэтт Фокс. Берни мне. Можешь подождать? А, ты в принципе танк. Давай, Берни. Вот, не хватает мана. Слава, ты разницу да. Почувствовал? Какую? Ну, без Т5-х фроста. Вообще похуй. Что так, ну, блядь. Ты вообще за хила понимаешь? Я вижу, когда как хуярит по рейду, блядь. Реально тяжело. Да, блядь. И сейчас. Служи намного легче-то проходить. Ну, мне не приходилось войт подхиливать, блядь, когда не знаю.
Потому что тогда было Илюха в Т5. Ну, может, это я, может, это я сильно. На прошлом, когда Илюха в Т5 был. Катрисия же Диса Иннер. На той неделе уже не было транка. Убейте флуду нахуй. Ладно, хай флудите, блядь. Я, ну, может, я просто сильно нервничаю из-за того, что рейд упадет, вот я переживаю, может, поэтому так кажется, что тяжело. Очень, Слава, на грани вообще все было. Лупи таблетки, все станет очень хорошо. Тихо, нахуй. Водикон подкат у Войдлайта, наш лидер. Вот, такой ухи. Лёха в центр, босса, Лёха в центр босса. Да, босса. Подводи, все, осталась хуйня. Все, это Милик, ебало мне щелкать. А есть инфа? Отошли, да. Отошли, просто отошли. Подождите, сейчас звезда будет, и потом будет ёбаный в рот, нахуй. Милики уже 9 секунд. Звезда, вот, нормально, хоть таймер не вместе был. Да. Вот звезда, вот съебитесь заранее лучше. Вот уйдите. Он сейчас по таймеру даст, вот сейчас таймер закончился, он сейчас с опозданием даст, а следующий он может раньше дать. Вот. А он может стан дать, а потом звезду. Да, проблеме. Это будет вообще залупа. Ой, ба, все, чилить можно. Главное сейчас от вас, миленький, все зависит. Звезду не словить, и вот этот тотем быстро захилим, хилы реагируем. Вот это, чтобы водикон не сдох. Вот, вот, блять, ну они сдыхают. Еще тотем попадет, типа, сколько, трех случайных людей бьет. Вот, блять, надо отойти, потому что может застанить потом дать звезду. Сдохните, главное, на вот этой звезде и все. Просто заранее отбегать, лучше 10 секунд постойте, мы его за ДПС. Слушайте, они, по-моему, его пофиксили. Он там 3 минуты. Нет, это зависит от того, когда умрет моб, нахуй. От Фоксуэра, блять. Тайминг от Фокса. Не-не-не, у него каждый раз они скин. Тайминги. Водикон Бэдм от Фокса. Я иду к нему. А, все понял. Они напрямую зависят от того, когда убьется тот или иной его помощник. О, вот сейчас он застанил. Сейчас Иннер. Я вам говорил это идти, блядь. Иннер бедо. Еще два Бэ, это Вэлла есть. Вот как. Сука, ебаный в рот нахуй. Опять вот, а вот что, блядь, охуй. Килы, не расслабляйтесь. Дальше идите там. Этот. Ой, Патрисия, Белли, Вилани, Дрюк, Инвалид, Белли, Седжо. Все, захильте их, захильте их. Дайте им бафы. Таски там самое главное дайте. Ну если, короче, будет заморозка и потом звезда, то дадите сейвы. Юля дашь и Джандиз дашь на сакру. Блять, мы сухие уже все хилы, у нас сейвов нет. На ману есть? Звезда будет. На ману 20 нет, секунд. Нет. Стелси, бидон, подкату, дадите оба тотема. Там поты пейте свои на ману, не знаю, что-нибудь угодно. Блять, нету маны нахуй. Блять, тебе бирюзон. Есть инера какие-то, блять? Нету. 12 секунд, Катрисия. Ну, 20 секунд, тогда тотема. Катрисия, подкату, Войда. Ну что за Ломаныч, я хилю, блядь, чего так нахуй? Аманы, тотемы ставьте, все отлично. Проебать рейд еще очень легко, можно зашотать тотемом у нас. Все, тотем есть, да? Да. Вань, подкату тоже, знаешь, гим, короче. Там еще не скоро, он умрет быстрее. Я знаю, еще 50 секунд. Леха, массейв. Еще там 2 ляма, можете спламить булки. Да. А дайте массейвы, затестить. Да, он массейв. Гера. А похуй, не успеем, да? Ну ладно. Все, дальше. В берсу упер, кстати, таймер. Ого, миродробитель выпал. По-моему, да. Это мне. Да, е. До берсы, блядь, там еще дохуя. Ну, вообще... Он вырос на берсе, была берса. Я не знаю, это какой... берса от ханта. Это берса от ханта. А, это хантовская, да? Ребят, мне кажется, ну... Че тебе кажется? Единственное, на кого эта пушка идет, это на Фурика. Над руля, на сову. Над руля, да, над руля, на медведя. На медведя. Вот не, за на медведя. Медведя. На медведя берется воятель. Воятель? А, это... Ладно. Там сметка еще, да. Это... Потому что мастерство набирается шмотками. Все, попиздели, кольцо, это самое. Т5 на ДК кому там надо? Какие куски там? Мастер тебе. Ну, у тебя какой кусок? Руки, сейчас я открою, блядь, Т5, ёбаный в рот, блядь. Перекур. Курите нахуй 3 минуты, блядь, ну 4. Кто там нахуй? Ебать, разрешил, спасибо. Он... Хорошо, иди тебе, тебе. Тебе не разрешил. Мардаун, то воин жрет друид. Значит, по кускам ДКшным у Юли что? Один кусок на ДД? Что, и второй тогда дать? Подожди, оно там по приору есть, нет?
Нет, это вне приор давать или как? Там же вне, но вне приора идет второй кусок вроде. И три, и четвертый. Наверное, на второй спек там... так не делается. Наверное, ее вниз очереди там надо ставить. Там у хукмастера. Слава хукмастеру. У него два куска будет, у него ДПС будет охуевший сразу. Так. Или инвизиблу. Так, спокойно. Некромантики нету. Хукмастер 9, инвизибл 10. Инвизибл выше по приору. Хукмастер 9 по очереди, инвизибл 10. Значит, хукмастер вперед получает. Правильно я говорю? Это как? Да. Ну, Т5 там, откройте в Дискорде, блядь. Получения. Еще раз говорю, ДКшный отдаешь хукмастеру, воин, жрец, друид, мордаун, то все. Да, Юлию на 12 место спусти, там самый низ. Это ДДшный, получается, второй спек. Скажите. Не знаю, вообще, ну ладно, похуй, поебать. Так, слышишь, Invisible? Понял, да, опять, где очередь посмотреть, чтобы вопросов не было? Второй кусок лутается вне приора по очереди. Понятно, нет, этот момент, чтобы вопросов не было. Первый приор, третий приор и пятый приор лутается. Второй кусок и четвертый лутаются по очереди, которая написана в Дискорде. Канал Т5 и воронки текстовый. Открыли, посмотрели? Где ты? А у Invisible какой? Он 10. У него, у них обоих по рукам токенам лежат. По рукам, плечи или грудь заберет? Ну, типа, я не знаю. Ну, сейчас хукмастер должен получить. Вот он на 9 месте, Invisible на 10. Слышь, Войт. Да. Рогу возьмем. Да, можно сейчас боссы простые. Трени заберет. Да, сейчас боссы простые, конечно, можно сейчас. А качок, кого мы сейчас бить будем? Волнотуп ебаный. Волна меня тупо. Обратно возьмете. А он заберет ее? А кому она тут нужна? Кто? Просто милика дофига. Этот самый Мордаун, у тебя что там, руки, да? У меня руки. Она там кроме рогов и янхов вроде не нужна. Мне надо написать, подожди. У меня руки и вот будет уже токен подписан ноги. Так, мы тебе второй штаны даем, да? Штаны. Ну, если там я иду в приор следующий. А груда кожаная никому не нужна же. Ты второй кусок еще... забираешь. А вот Мудфокс еще. Мудфоксы пока не. Иди их сразу готовь. Еще раз опять. Говорю. Мордаун. Кусок Мордаун. Не, ну если я по приору то иду я, то... Да все, иди и готовь. Идет. Сука, кусок. Там вне приора идет. Ты понимаешь это или нет? Все. Он хил. Этот сейчас самый... он доступен, нам в 2-5 уже хит. Слышишь, что мне скажи сейчас? У него воронки есть? Сейчас со слепца мы упали куски. Кому я что отдал? Бидону я руки отдал, да? Так, руки. Да. И второе что выпало? Юля. А, на Юлю. Юле ты отдал руки. Сейчас я ее подпишу, короче, вот в этой ДКшной очереди. И я сейчас подпишу ее. Ну, правильно я буду делать вот эти вот. После МВП Ханта 12 и Эвилаша. В скобочках ДД. Правильно, да? У тебя там ошибка. Руки. Вот так. Вот так должно так, быть. Так, конечно, это меня суманете, я куплю, ебать, по 26 тысяч. Что, мы будем 3 мурлока бить? Агри нормально. Слава. Че? Там по 25. Мордаун, ДЦ, руки, пацаны, и один минус может. Стоит. Мордаун. Мордаун, ДЦ, руки, пацаны, минус один. Мордаун, я говорю, могу тебе воронку продать. Ты сейчас откроешь две, да? Вот ты плюсы поставлю. Да. Гошан, я тебе могу воронку продать. Да ладно, господи, сейчас я это куплю. Мы были бы на воронке аптеку. Покупай дал, мою. Да. Нет, если я как бы вам это... сука. А сколько они стали стоить? А что, сколько? 28. Сейчас за 25 можно купить. Сейчас через неделю на 10к будут стоить. Я успел свою властецкую воронку купить. Нет, если вам нужно сбагать быстро, я возьму вас по одной. Скажите мне, пожалуйста, кому из вас апнет вот это пухо ДПС? Святосу? Святосу, он фурик. Святосу отдавай, все, забей, вообще я даже не думаю. Просто Святосу отдавай и все. Че отдал? Он ДПС нормально дает, эта пушка ему дохуя даст. Кто-то отнесет. Вы его спросили вообще? Вопрос закрыт нахуй. Ну он говорит, что он хочет ее по консулу забрать, он не хочет за КП ее брать. Ну правильно. Ну, надо. Пусть берет по консулу. Ну если никому не нужна, то пусть берет. Ну да. Если за ГП никто не берет, то по консулу. Если берет по ЕП ГП кто-то, то извиняйте. Нет, там все консулы нажимали. Так, ребят, кого могу купить две воронки?
Что за, блядь, хуйня с сервером? У меня одна есть. Я тебе прям в рейде могу отдать, если хочешь. Не, после, прошу так, после, если надо кому-то... Нихуя себе пинг, я блядь, могу это взять. 200. Ты в Долоране? Да. Я, у меня считаю... воронка в банке, я могу тебе в рейде через GFC ее отдать. У меня на оке, могу тоже... У меня сейчас на руках. Вот у...